Сегодня в Свято-Юрьевом монастыре начала работу научная конференция, посвященная 900-летию Георгиевского собора. Ее организаторы – Новгородский музей-заповедник, Институт археологии, Новгородская епархия и университет. Задача этой конференции – подвести итоги 7-летних исследований Георгиевского собора. В течение 2 дней прозвучат более 20 докладов об истории храма и монастыря, архитектуре собора, этапах его реконструкции, изучении и реставрации фресковой живописи. О результатах своих исследований участникам конференции расскажут историки, филологи и искусствоведы. С 2013 года Георгиевский собор Юрьева монастыря исследует Новгородский архитектурно-археологический отряд под руководством Владимира Седова. Ясно было всегда, что Георгиевский собор и Юрьев монастырь – это что-то исключительное, какая-то большая, непреходящая ценность. Но во время работ понимаешь, как важен культурный слой, как важны открытия фресок внутри собора, как важны открытия каких-то мелких архитектурных деталей, которые мы нашли, и просто мы присматриваемся к собору. Благодаря работе ученых уже сделаны неожиданные открытия. Найдены фрагменты фресок, находившиеся под полом собора. Возле него обнаружены каменные саркофаги. Археологические исследования позволили получить новые данные об архитектуре, строительных особенностях, монументальной росписи собора и его некрополе. Участники конференции обсудят аспекты материальной культуры не только Юрьева, но и других новгородских монастырей. В будущем все доклады будут изданы отдельным сборником.